16-летию со дня создания партии «Единая Россия» с 27 ноября по 3 декабря текущего года на территории Республики Адыгея было открыто более 10 площадок для проведения приема граждан по личным вопросам. Подобное мероприятие призвано обозначить единство целей и задач депутатов, членов фракции «Единая Россия» в Государственном совете ХАСа Республики Адыгея и органов государственной власти, а также открытость их работы и доступность для всего населения региона. В Кашхабском районе на этой неделе приемы граждан по личным вопросам провели депутаты Госсовета ХАСа Республики Адыгея, наши земляки Зураб Зехов, Каплан Борсов и Мурат Шхалахов. В честь дня, значит, юбилея Единой России, ну не юбилея, 16 лет, парламент республики решил, что все депутаты, которые, значит, находятся по своим округам, должны сделать прием граждан, выслушать людей, их просьбы и все вопросы, все записать и донести это все в парламент республики, чтобы посмотреть, что можно сделать, чем можно помочь, ну, разъяснить людям, ну, вот в такой форме. В целом приемы прошли продуктивно. Депутаты встретились с жителями района, которые в свою очередь обозначили свои проблемы и высказали немало предложений. Некоторые приходили для того, чтобы поблагодарить того или иного депутата за уже оказанную помощь. А именно сегодняшний день сделано немало. Отдельные вопросы нашли свое разрешение в ходе встреч.